многого не понимаю. Зачем пишу этот куплет, зачем опять страдаю? Наверное, это вновь внутри меня те двое. Один романтик, другой параноик. И не от боли больно, просто предрассудки. Перебои в сердце, низкочастотные звуки. Хочу к тебе жутко, но вновь пачкаю тетрадь, парируя чернилами. Рву бумажную гладь, мне бы твои крылья. Я б за тобой в небеса, облако цвета ванили, алые паруса. И мы стоим в объятиях, а вокруг тишина. Проснулся тоска, что делаешь ты в моих снах? Я всего лишь пацан, а мир так огромен. Ты пробудила те чувства, что называют любовью. И мой ковчег Ноя плывет к твоим берегам. Я обойду все твои рифы, я очень упрям. Прошу, не надо шторма, раската грома и молний. Верни мое сердце, не нарушай гармонию. И без того плохо, что я тут, а ты там. Того, что чувствую, не передать в режиме онлайн. Знаю, мне далеко до тебя, богини. Но я найду в себе силы сделать все красиво. И как в кинофильме «Эдвард и Белла» развеем эти сумерки. Нам суждено быть первыми.